Здравствуйте! Я приветствую всех зрителей и подписчиков моего канала. Меня зовут Лена. Сегодня я хочу показать вам, ну, даже я не скажу, это труд, очень большой труд, очень большую книгу, очень интересную, которая была заказана в Шанхай, в город. И по заказанным мамой по мотивам книги Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». Размер этой книжки 25 на 25 сантиметров, то есть она очень большая, просто я не знаю, как на видео отразить ее объемы. Ну вот это у меня линейка в 20 сантиметров, то есть вот она огромная, просто она толстенькая, очень приятная. У нее две обложки и внутри 5 разворотов по сюжетам книги. Сейчас вместе с вами я в нее поиграю. У меня тут очень много героев. Все фактически герои, которые были в книге. И вместе с вами мы их расставим. Я думаю, что видео будет очень долгим, потому что я буду играть впервые вместе с вами, потому что шила я это все поэтапно, собирала. То есть труд занял примерно 1,5 месяца, даже больше. И как это все расставить, и как будут играть мама с дочкой в эту книгу, и для меня пока только загадка. Загадка, как бы такое приятное волнение я сейчас испытываю. И не могу найти саму же Алису. Вот. Так, вот наша героиня Алиса в стране чудес. Она на обложке, качается на качельке. Обложка, вся книга выполнена из корейского фетра 1,2 мм. С основы тоже корейский фетр, использованы материалы хлопок и ну и все стандартные страницы. Алиса в 2 размерах. Как мы знаем, что Алиса в книге уменьшалась и увеличивалась. Поэтому у нас две героини. Одна маленькая, одна большая. Вот. Есть королева. Голову с плеч. Шляпник и заяц. Кролик убегающий. Тру-ля-ля и тра-ля-ля на магнитах. Карты герои. И мышка Соня. Ну и гусеница. И знаменитый чеширский кот. Со своей исчезающей улыбкой. То есть у некоторых героев они работают как пальчиковые куклы. Не все, но где это было возможно, у меня был заказ, чтобы герои были пальчиковыми куклами. Пальчик, зайчик тоже пальчик. Шляпник у нас не пальчиковая кукла. Зайчик не пальчиковая кукла. Ну и тру-ля-ля-тра-ля-ля тоже, потому что это было невозможно. Ну и самую Алису это было делать нереально. То есть часть из них пальчиковые игры, которые можно разыгрывать с детьми. А часть обычные, стандартные куколки. Ну что, начнем. Вспоминаем все сказку. Алиса засыпает в лесу с представлениями о том, что ее ждет. И на ромашковом поле рядом с ней бегает котенок. Алиса засыпает и видит, как мимо нее пробегает кролик. Кролик пробегает мимо Алисы, прячется в траве, в ромашках. Находит нору и исчезает. Ныряет в нору и исчезает в ней. Следом
за кроликом в нору залезает и сама Алиса. Так у нас начинается сказка. Что у нас представлено на этой странице? Здесь сказочный лес, дерево с фигурами. Здесь у нас находится нора, в которую прячутся кролик и Алиса. Здесь дупло, медведь. Страница компаньон тоже выполнена. Очень много деталей. Все пришито очень плотно. Ну, книжка, я так понимаю, рассчитана на более старший возраст. И полянка с ромашками – это лабиринт-шнуровка. То есть ребенку предлагается пошнуровать, поиграть. И там потренировать свои пальчики. То есть через каждую ромашку. Итак, Алиса у нас нырнула в нору. И полетела вниз, 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 пока не попала в два шахматных зала. Здесь и не нашла там, получается, бутылочку, на которой было написано «Выпей меня». Алиса выпивает. Выпивает из этой волшебной бутылочки. И превращается в маленькую девочку. Чтобы попасть в нору, ей нужно было стать маленькой. Но она не может дотянуться до ключей, которыми можно открыть эту нору. Тогда Алиса снова выпивает, съедает пироженку. Ням-ням. Превращается в большую девочку. Берет ключик. Идет к двери, начинает искать, где же выход из этого помещения. И вот тут волшебная дверь, которая открывается под этим ключом. Здесь несколько застежек использовано. И сквозь этот зал она попадает в сказочную страну. Сейчас мы все закроем в порядку обратно и перейдем на следующую страницу. Тут все портьеры выполнены из плотной портьерной ткани, очень приятной. Их можно закрыть вот так, открыть ламбрекены. Открыть, завязать красиво, играть, жить в этом месте, использовать как можешь, как позволяет фантазия. С этой стороны также все у нас происходит, пироженки и панчики. И Алиса у нас попадает, встречает на... Когда попадает в волшебную страну, встречает двух близнецов, Тру-ля-ля и Тра-ля-ля, которые рассказывают ей чудесную историю про устриц. Устав от болтовни Тру-ля-ля и Тра-ля-ля, если они у нас тут сидят, про погремушки, вспоминаем сказку, которая там играет, и вслед за белым кроликом Алиса убегает на следующую. Ее ждет следующий волшебный сюжет. Это синяя гусеница и поляна с цветами. Будем сейчас ее заполнять. Как мы помним, цветы у нас были по эмоции. Ищем соответствующую цвету. То есть каждый цветочек выполнен. Это на липучках, то есть он прикрепляется сюда и ищется соответствующая эмоция по цвету. Раскладываем. Грусть, недоверие, удивление. Угу.
с малышом, можно поиграть с ребенком, обсудить все эти эмоции и собрать по цветам. То есть также можно сказать, что одет это василек, ромашка, фиалка, Никины глазки. И очень интересная страница. Сейчас смогу я это все сейчас восстановить. Это волшебный лес с грибочками. Грибы у нас тут не просто грибы, а они еще и пазлы. Гриб-пазл. Большой гриб-пазл. Он составляется маленьких. Так. Так. И здесь еще по цветам раскладываются. На пуговки надеваются цветы. Каждый соответствует своему цвету пуговки. Что у нас тут? Красный и желтый. Сейчас найдем. Я прошу прощения за свой голос. У меня связки что-то в последнее время дают сбой. И вот никак не могу восстановиться. Но я думаю, что вы мне простите за такую красоту. Нескромно. Можно составить композицию с грибами разного формата. Ну и на грибе вальяжно восседает синяя гусеница, которая дает Алисе совет. Также здесь появляется и исчезает чеширский кот. Цветы обсуждали Алису, какая же она, как же сильно она отличается от них. И Алиса уходит в другое место, где спрашивает, задает чеширскому коту свою фразу, ставшую идиомой: подскажите, как мне добраться туда. И кот его спрашивает: а куда же ты, Алиса, хочешь добраться? Она говорит: мне все равно. Куда мне идти? Она спрашивает кота. А кот ей отвечает: а куда ты хочешь попасть? А Алиса говорит: мне все равно, куда попасть. Ну, раз тебе все равно, куда попасть, тогда тебе и все равно, куда идти, отвечает ей кот. Туда, сюда, прямо. Вот. Кот отвечает ей: значит, тебе все равно, куда идти. Алиса, прогулявшись по этой поляне, изучив ее, тут очень много различных спрятанных пуговок, бусинок, интересных вещей. Кот у нас исчезает. Тоже тут у нас прячется. А тут у нас сидит девочка. И Алиса попадает на безумное чаепитие. На полянку, где накрыт стол, и за столом сидят заяц, шляпник. И они приглашают Алису попить с ними чай. В это время у них тоже завязывается беседа. Так, мы здесь накрываем на стол. Это наша мышка Сонька. Соня. Это у нас тут какие есть. В общем, очень вкусное чаепитие, скажу я вам. И я забыла на соседней странице развесить желуди и шишки.
желудью места негде упасть. Вот. И этот момент между ними за тоже они разговаривают, и одна цитата, которая мне очень запомнилась, Лиса сказала: «Мне нужно убить время», а Шляпник на что ее заявляет: «Как можно убить время? Неужели оно же живое? Тебе его не жалко?» Это примерно так. Тут скатерка выполнена из ткани, хлопка. Сами куда прицепляются блюдца и еда, это велкро-ткань. Все обработано, выглядит очень красиво. Ну что, можете вспомнить, что же было после безумного чаепития? Да. Самое. У нас Алиса встретила, ну, попала, получается, волшебный замок. Сейчас мы вам покажем. Замок у нас находится, можно поставить, то есть он находится в стоячем положении. Все кустики тоже встают. Это за идею спасибо большое Юлии Желтышевой. Этот функции здесь у нас находится королева. Карты. Помните, они перекрашивали розы в цвет? Карты у нас пальчиковые. Ну и Алиса, собственно. Здесь происходит суд над Алисой, где свидетели приглашаются. Заяц, Шляпник. Двери открываются у замка. Вот примерно показать надо мне. Заяц, видео. Стоячем положении замок. То есть это будет выглядеть. А я снимаю и не вижу. Прошу прощения. То есть это выглядит вот так. Если взять полностью все. Вот такая вот. То есть обратно складывается все. Остается королеву. Прячем в самом внутрь замка. Так, как это сделать? Королеву, карты. Так, замок складывается. Все кустики складываются. И вот так вот складывается. И было еще одно из пожеланий заказчицы. Это гардероб Алисы. В гардеробе представлены платьишки, костюмчики. То есть сама куколка Алисы – это куколка, которую можно переодевать. У нее основа из велкро ленты. Юбочки, платьишки. Переоденем мы
Лису обратно в ее стандартный наряд. Вот. И на обратной обложке у нас часы. Закроем книжку. И на этой обложке всех героев, они у нас на липкой ленте, на липучке, размещаем по часам. Часы крутятся, и как в таком хороводе стрелок Алиса попадает обратно домой. Вот такая глобальная, большая, интересная книга и сказка получилась. Не знаю, получилось ли у меня воплотить все идеи, всю эту красоту, весь этот сказочный мир Льюиса Кэрролла. Я его очень люблю. Верю, что это все получилось в лучшем варианте. Еще раз пролистаем вместе с вами то, что было. Еще все это сфотографировать остается, показать. И отправлю я эту книгу сегодня. Она улетит для хозяйки. Попадет в руки. Надеюсь, что понравится. Такая чудесная работа. Если честно, то хочется оставить себе. Вот. Замок. Королеву берем на последнюю страницу. Здесь тут. Потеряли Алису. Куда-то. Сейчас я ее найду. Алиса, ты где? Алису мы оставили с тру-ля-ля и тра-ля-ля. Вот. Вообще играть, конечно, вариант. Спасибо большое вам за внимание. Хочу вам пожелать удачного лета, которое у нас наконец-то наступило. Отдохнуть всем, напитаться солнечной энергией. И мы будем с Алисой вам благодарны за лайк, за подписку на наш канал, за рекомендацию. И скоро я уезжаю в путешествие вместе со своими детьми. Поэтому буду благодарна, если вы будете рекомендовать своим друзьям и знакомым заказывать книжки моей мастерской. Я когда вернусь, с удовольствием их сошью. Спасибо большое. Еще раз всем счастья, любви и радости. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик. Впереди еще очень